видеообзор на перфоратор Байкал. Собственно, сам перфоратор. В комплекте, по-моему, ничего нет. Внешний вид хороший. Пика в комплекте не идет. Так. Шнур у него абсолютно целый, нигде не перебит. И проверяем на работоспособность. Собственно, он работает. Здесь есть регулировки. Реверс. Собственно, у данного перфоратора есть только режим сверления. А режим долбления у него нету.